Всем привет, мои дорогие, с вами Клонова Аня. Записываю видео, как пользоваться вебинарной комнатой PreufMe, которую мы вам с Николаем выдаем. Эту комнату проплачиваем мы, пока что на данный момент на 300 человек. И у нас с вами получается так, что мы получаем вот такую комнату, и нам нужно заходить именно редактировать. Для начала вы должны зайти по своим логинам и паролям обязательно, да, видите, у меня тут стоит выйти, потому что я зашла. Это логин от входа, да, главной комнаты. И, значит, тут мы с вами можем комнату редактировать, как нам с вами хочется. Вот карандашик или слово «редактировать», мне кажется, это одно и то же. Значит, нажимаем «Редактировать» и смотрим. Тут пишем название, да? Название вебинара любого. Мы можем тут писать, допустим, планерка, допустим, все что угодно, да? То есть любую тему вебинара. То есть тут мы пишем тему вебинара. Вот я вам так и вот и покажу. Тут мы пишем тему вебинара. Вот тут по-английски мы можем написать любое слово, да, допустим, к примеру, Faberlic, да, допустим, видите, я пишу, да, и оно меняется, ссылочка меняется, допустим, Faberlic онлайн, ну, такое уже занято, но вы можете что-нибудь другое, да, сделать, допустим, вот давайте вот это вот возьмем, чтобы долго не печатать, да, ой, это у меня тут регистрация была, да, то есть можно и удалить. Так, да, то есть можно вот скопировать, да, к примеру, да, то есть Faberlic онлайн. И через нижний, да, что-нибудь еще можно придумать, допустим, поставить, к примеру, точечку и написать свое имя, да. Допустим, Анна Кононова, да, то есть пишите. Вот таким вот образом. И вы уже всегда будете вот в таком вот духе, да. То есть я тут пока это все уберу. Тут наставлю циферок, потому что эта комнатка не моя. Я ее только что выдала, и директор не знает, как ей пользоваться. Далее, добавить анонс, да. Тут я просто вставила описание, но на самом деле, чтобы оно отображалось в публичном каталоге, вам нужно написать какое-то, ну, нормальное название, да, то есть название вебинара есть, и в анонсе можно указать, да, так, допустим, сегодня мы с вами поговорим об новых статусах, о новых статусах, и там, допустим, будем их поздравлять. Будем поздравлять, да, ой, да, да, то есть и добавить описание, что у нас с вами будет проходить, да, допустим, розыгрыши, enter, да, к примеру, поздравления и так далее, да, то есть вы можете все сюда вот внести, да, допустим, и какую-нибудь тему там, как запустить новичка в работу, который регистрируется на бизнес. То есть очень-очень удобно, согласны со мной. Вот, ну тут я по-английски нечаянно написала, да. Далее, значит, ставим эту галочку, выбираем. Ну, как бы все у нас тут уже есть, да, то есть и нажимаем сохранить. Так, необходимо выбрать категорию. Так, где у нас категория? Вот она, наша с вами категория. Ну, я думаю, менеджмент и маркетинг. А, да, кстати. И дату можете выбрать. Значит, допустим, вы будете проводить завтра. Завтра в 13:00. Можете выбрать, допустим, 15:00. Можете выбрать, допустим, 25 число. И длительность вы можете выбрать, допустим, час 15 будет идти. 8 часов будет идти, да. То есть все, что вам хочется. Часовой пояс. Но тут по Москве время стоит, поэтому я думаю, все будет нормально. И после этого нажимаем сохранить. А, кстати, загрузить обложку. Тоже можете загрузить какую-нибудь обложку. А если вам хочется, да, к примеру, я возьму такую обложечку. Что такое?
Так, давайте загрузим фотографию. Ну, давайте любую загрузим. Вот этот лого. Ну, то есть выделяем и нажимаем прикрепить одно фото. Фото у нас с вами прикрепляется, к примеру. Ага, тут получается обрезать приходится. Ну, тут уж как поделаешь, да? И нажимаем применить. Вот у нас с вами получилась фотография. Тут можно загрузить свою фотографию, да? С помощью этой фотографии вы потом будете проводить эфиры. Нажимаете сохранить. Все, вы сохранили, да? Тут мы пишем тему вебинара. Тут у нас о вебинаре. Тут у нас, да, анонс, который есть и так далее. Вот. То же самое, смотрите, я захожу на свою страничку. Вот, я, значит, я должна войти, во-первых, да, в нее. И потом уже я должна, после того, как войду, да, после того, как войду, все редактировать. То есть у меня написано в шапке профиля Анна Кононова, WhatsApp, Viber, Telegram, сотовый телефон. И я всегда так провожу. Тут надо соглашаться с куками, да. Далее стоит моя фотография. Ага, слушайте, я уже старшего международного подтвердила. Ну, ничего. Да, то есть тут у меня всегда один и тот же анонс. Тут у меня всегда один и тот же, да, то есть получается. И другие события организатора, да, то есть мы видим с вами, что кое-кто собрался проводить, да, вебинар. Вот, преподаватели тут есть, как бы, и все такое прочее, да. То есть вот моя, допустим, такая вот страничка, так она оформлена. Ваша страничка может оформлена по-другому, да, то есть тут тоже все можете оформлять, как вам нравится. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Будьте в курсе, что нельзя создавать новый вебинар, нужно нажимать «Редактировать». И вот эту ссылочку, вот эту именно ссылочку, она у вас всегда должна быть добавлена в закладке. То есть вы ее добавляете в закладке, и она только ваша. То есть если у меня, к примеру, 100 директоров попросят вебинарную комнату, то у каждого будет по своей вебинарной комнате, по своей ссылочке. И не надо эту комнату ни с кем делить. То есть она только ваша, для вас и для вашей команды.